тоже для врагов. Красота! И это уже с другой стороны дороги. Черный-причерный лес стоит стеной. Дождь закончился. Но солнышка нет и мрачно. А там светло и красиво. Вот такие здесь места. Никаких здесь фламулин, никаких здесь вешенок нет. За вешенками далековато, фламулины тоже в другом месте могут быть. А здесь только рядовки бывают, и то их не очень много. Только проговорила такие слова, вижу издали на пне что-то. Думала, трутовики, а это вот так вот блодик. Я нашла тоже вешенки. Но он сейчас со мной не дружит, он меня не увидит. Ну ладно, все равно я его вспоминаю. У него хорошие грибы. А у меня сегодня тоже шикарные вешенки. Мне они, конечно, не сильно-то не нужны, но просто очень приятно, что я их обнаружила. В таком месте никогда не ожидала их встретить. Надо бы за вешенками съездить. Ну ты же не хочешь меня туда, через все эти лужи, ямы и канавы. Дождь-то прошел. Не проехать, не пройти. Ну ой-ой-ой, видишь? Я их издали, думала, трутовики снимала, да, бурелом. Пакетик, или в этот же. Рядом колибрии растут. Как всегда под вечер. В темноте уже снимаю. Ой, ну эти пусть растут. Так и быть, пусть живут, помилуем. Вот мы их срезали. Так они на вид и ничего еще. Очень темный лес, сейчас буду съемку ночную делать. Вот видно, что гриб. Вот и здесь еще один. Вот он. Ну, в лесу уже в этом месте темно. Ну, рядом дорога лесная. А здесь вот такая чаще. Здесь темно, с той стороны светлее. Вот. Их тут, видимо, невидимо. Всяких-всяких грибов. Надо выбрать время и приехать на прогулку. Лес загадочный. Остался лес, а мы уходим. Все, пора домой. Деревья бывают.